27 сентября рабочий день главы округа начался с очень приятной миссии. Михаил Токарев пришел в детский сад номер 8 в Зеленом переулке, чтобы поздравить воспитателей и всех остальных сотрудников учреждения с профессиональным праздником. Встретили его здесь с песней. Нарядно одет лишь первый раз, а ты создатель, и этот день он только наш. Ты город лишь тем, что педагог, ты воспитатель, и все профессия дашь. Восьмой детсад глава Сергиево-Посадского округа решил посетить не случайно. Это одно из старейших в Сергиевом Посаде дошкольных детских учреждений – бывший ведомственный Зомзовский детский сад. Не так давно его обитателям пришлось уплотниться. Сюда перевели детей и педагогов из детсада на Валовой улице, где начался капитальный ремонт. Места, как видим, хватило всем. Михаил Юрьевич осмотрел все помещения детсада, отметил тепло и уют, пообщался с детьми и буквально с каждым работником детсада. И самое главное, человек должен стареть. Да. Что сегодня дают? Супки в кулесовой на мясном бульоне, солянка с мясом. Это уже обед. А завтрак? Завтрак каша, рис, каша. Глава и сотрудники Сергиево-Посадского управления образования отметили некоторые проблемы этого детского учреждения. Нужен ремонт фасада здания, частичная замена коммуникации, благоустройство территории. Все решаемо. И праздника эти рабочие моменты не испортили. Я хочу поздравить сегодня, да, всех наших воспитателей, всех сотрудников дошкольного образования с их профессиональным праздником. Здоровья, конечно, благополучия и огромное спасибо, низкий поклон за ту работу, которую вы сегодня делаете. Потому что мы не раз говорили и продолжаем говорить, что, конечно, дети – это наше будущее. Сегодня надо сказать, что празднику 2700 наших педагогов, которые в нашем муниципалитете задействованы в этой сфере, в сфере дошкольного образования. Поэтому еще раз примите, пожалуйста, мои поздравления. Чуть позже в актовом зале управления образования состоялось торжественное собрание, посвященное Дню воспитателя. Более 20 работников дошкольных учреждений Сергиево-Посадского городского округа отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами главы. Ирина Максимова, Дмитрий Зайчиков, Антон Коврижных. Программа «События».